Вот, напоминаю, конечно же, еще раз, что это Best of 3 серия. До 3 побед, если кто не в курсе, а то мало ли, есть такие люди. Хотя, думаю, вряд ли такие найдутся. А, ну и самое важное, это не сказал, конечно же. У микрофона для вас работает Джем, вот. Всем доброго вечера пятничного. У кого-то, наверное, уже и ночь, возможно, глубокая. Не исключая такого. Но мы, опять же, ориентируемся на московское время. У нас пока что вечер. Ну что, Кингдра, что будете забирать себе далее? Уже есть Санкинг, уже есть аппарат. Можно себе добрать сейчас кого-то на позицию оффлейна и, как вариант, потом кэрри. Или же хитро как-нибудь придумать расстановочку по линиям. Пока не знаю, чем на самом деле они будут играть. Призадумались немножко. И это будет пока что не ясно что, потому что почти все свое дополнительное время Кингдра тратит на предпоследний пик. И это мистер Пакич, он же Пак. Ага, интересный выбор персонажей. Ну и остаются далее дождаться, чем будут отвечать скитеры. Они же going in. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. И? В принципе, на самом деле, у них есть еще очень много времени в плане того, чтобы подумать, что себе забрать. Уже есть замечательный пул героев. Не хватает кэрри мид. Хотя, подождите, не все так просто. И тратит почти все свое время снова. Ребятки снизу в раздумьях над тем, что забрать себе на предпоследний пик. Очередь сил света запрещена. И в итоге это Террор Блэйд. Ну, неудивительно на самом деле, что появляется этот персонаж. Потому что в 90% случаях он либо в бане, либо в пике. Ну и остаются последние баны. Кингдра все еще стоит избавиться от, подозревая, что мидера, потенциально какого-то. Ну и, в свою очередь, ребятам из команды I Love Skitter, они же Going In, должны избавляться от какого-то неприятного кэрри. В итоге избавляется от Shadowfiend'а Кингдра. И последний бан команды Skitter. Skitter звучит как Skittles. Только сейчас об этом подумал. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. И это? Что же это будет, дамы и господа? Я бы, конечно, мог бы сказать ваши варианты, но, к сожалению, у нас дилей не позволяет героя интерактивно общаться с чатиком. Это Брудмазерка отправляется в бан. И остается последний пик. И это Лина Инверс. Интересный выбор. Ну, как-то немножко тоненько все смотрится, мне кажется, у команды I Love Skitter, если честно. Вот прям вот совсем-совсем. Ну ладно. А чем будут отвечать Кингдра? Осталось 10 секунд. У них времени не так много осталось, так что. Сейчас уже увидим. Осталось 5 секунд.
И это Мистер Дум. Вот это поворот. Интереснейший выбор героев от Кингдра. Посмотрим на исполнение. Мне уже будет интересно за этим всем понаблюдать. Ну и, как говорится, пики сделаны, пиков больше нет. Ждем, пока игроки разберут героев. А я напомню еще раз, что это вторая серия сегодняшнего дня в формате Best of 3. Квалификация на предстоящий ESL One Birmingham 2018. Регион Европа. И, конечно же, Кингдра против команды Going In или же I Love Skitter. Называйте, кому как больше нравится. Судя по тому, что не было возмущений в чатике, по звуку все хорошо, значит, не будем больше на этот аспект отвлекаться. Осталось 5 секунд. Ну что, самое время начинать смотреть доту. Или же нет. Да, шучу, конечно же, да. Только почему-то нас задерживается вот этот вот самый момент. Да, ну, наконец-то, поехали. Так. Ага, это так не работает, как я думал. Сейчас, одну секундочку. Я тут думал, что у меня ускорение стоит максимально. Оказывается, нет. Нет. Это было не так. И мало нам было пауз на стадии пика банов, да? Вот, подождем еще. Почему бы, собственно, нет? Нам же некуда торопиться. Мы же не могли свои дела завершите. Ну что ж, давайте посмотрим пока что, кто на ком будет играть. Буги будет отыгрывать на Наги Сирени. Экскалибур будет играть на линии. Оливер на Террорблейде. РМН будет играть на Рубике. И ДНЗ, конечно же, на Таске. Ну и у команды Кингдра Чарли будет играть на Вайпере. Миллоу будет играть у нас... Миллоу, он же тире Джабс Миллоу, будет играть на Энштопорэшене. Мистер Бьюри Бин будет играть на Сэнкинге. На паке Кэнсел, всем известный. Ну и, конечно же, на Думе у нас будет играть Кит. Отжимается пауза, расходятся игроки. Давайте посмотрим по поводу Вижна, куда что поставить. Вижу уже один обсервер у ДНЗ в наличии. Отправляется он вперед. На, поставил вард. Параллельно на топе также один поставили вард у себя Кингдра. А, нет, прошу прощения, это были I Love Skitter. 30 секунд до начала сражения. Это были I Love Skitter, они же Going In. Вардов пока что от Кингдра не наблюдаю. Я думаю, сейчас увидим. Я вижу уже Centric Observer в наличии у Джабса. И драк у нас, конечно же, за баунти руну не произошло. И что мы имеем? Три баунти руна забирают себе ребята из команды Going In, расходятся по линиями. Вот он уже есть, один обсервер от команды Кингдра. Второго пока что не видим. Возможно, где-то ближе к миду поставят. А нет, вру. Вот, уже поставили здесь, заблочили спот. Ну что ж, расходятся игроки по линиям. Давайте смотреть. Сэнкинг уже делает грязные вещи. Отводит на себя пачку крипов. Но это уже стандартная практика в последнее время. Так что здесь нечем удивляться. Давайте посмотрим расстановку по линиям. Кто где. Мне вот интересно, и против кого будет стоять. У нас мы видим, что трипла отправляется на бот. Вот, ребят, Going In. Против них пока что выступает дабла. Но сюда уже подтягивается, если что, третий персонаж. Это будет Сэнкинг. На боте будет самое интересное, потому что здесь трипла на триплу. И обе триплы имеют все шансы подраться удачно. Очень проблема у Вайпера, да. Это, скорее всего, ФБ. Вайпер погибает. И вот, собственно, о чем я говорю. Слишком легкий фраг. Нечем было подсейвить своего кэрри ребятам из команды Кингдра. И парни из команды Going In открывают счет.
На топе у нас противостояние Наги Сирены против Дума. Думу будет, ну, плюс-минус более-менее здесь стоять. Хотя Нага может по КД его напрягать, тем же Рептайдом и так далее. Мы знаем, что Дум очень зависит от армора. И мы видим, что от Рептайда у него уже минус 2. Здесь будет крайне неприятно. А на боте опять. От боте опять будет фраг. Еще буквально на удар не хватает, да. Погибает снова Вайпер за последнюю минуту 2 раза. Еще заберут еще и Сенкинга здесь. Еще один минус, да. Пока что трипла себя на боте не оправдывает ни в коем случае. Я, может быть, задумался даже по поводу свапа линиями. Хотя, с другой стороны, куда же, кого же ты сюда отправишь? Если придет сюда Дум, он тоже будет страдать так же, как и Вайпер. Будет происходить то же самое по КД. Будет телекинез, шарды и, собственно, тебя убивает Террорблейд. Так, в меди как дела? В меди у Экскалибра все более-менее ровно относительно того же пака, но пак чуть выигрывает, конечно, по ласхиту. Но это пока незначительно, опять же. Ну и бодренькое, бодренькое начало от парней из команды Going In. Я думаю, они продолжат давить здесь. Самое главное, что обеспечивают фрифарм абсолютно Оливеру. И вот Вайпер здесь вообще имеет 0 на 0 по статье и уже погиб. Статья, в смысле, конечно же, Крипстата. Ну что, в спину заходит Сэн Кинг. Я не знаю, что это. Попытка забрать Рубика будет. Ну, какая-то шатковалкая попытка. Рубик в итоге здесь еще размансил. Стянул на себя 3 героев. Вместо того, чтобы фармить, герои бегают за Рубиком. А в это время будет погибать сейчас Энш Топорейшн, возможно. Повезло, что нет формы все еще у Террорблейда. Был бы метаморфозис, то можно было бы забирать. Пока первого левела. Но в любом случае неприятно. Урона много. В общем, пока что начало у команды Кингдра крайне невнятное. Не знаю. Наг себя на топе вообще абсолютно фривольно чувствует. Думы не ощущает. У него здесь отхил еще много. В единичку сеточка, в двоечку рептайт. Как бы имеется стики. От хилыча имеется. В это время в миде погибает пак. И соло фраг для мистера Экскалибра. А на боте в очередной раз погибает мейн-кэрри команда Кингдра. И забирает Вайпера. Вайпер опять летит на эту линию. Хорошо. Самое забавное, что забрали без метаморфозиса. Теперь метаморфозис будет. Если Рубику снова удастся подцепить кого-то на телекинез, можно будет сделать фраг. Саппорты команды Кингдра до сих пор 1-1, 2-2 левела. Они пока не знают, что делать. Они просто бегают. И, по-моему, они разбили смог сейчас на варде. Если я не ошибаюсь. И их должны были видеть. Так, ну что, попытка выйти в мид на Экскалибура. По-моему, видели этот смог сейчас у нас парни из Going In. Они же... I love... Скитер? Кто такой Скитер? Я как бы не шарю. Напишите, пожалуйста. В комментариях под видео. Шучу, конечно. В чатике напишите. Я прочитаю обязательно. Просто интересно. Вот. Ну, пока что я не знаю, как из этой ситуации выползать. Вот проблема теперь у Вайпера еще. И вот она метаморфоза. И, по-моему, Вайпер сейчас приедет, да? Есть сноубол. Подтягивается Рубик. Здравствуйте. Телекинез. И это минус... Вайпер, правда, за это могут наказать сейчас Террорблейда. Террорблейд очень лоу хпшный. Бороу страйк. Там первый левел радиус не самый большой. Шарды еще шикарные залетают. Здесь бороу страйк. Не стал до конца идти, наверное, правильно. Террорблейд. Проще по фарме постоять. Слишком опасно идти давить под тавр. Ну и тем временем 6-0. 6-0 и 3000 преимущества за iLife Skitter. ПТ-шка уже появляется для Террорблейда. На топе себе пока что Соло Ринг приобрел кит на Думе, чтобы иметь, по сути, неограниченный запас маны. Здесь что у нас у Буги? Буги пока что себе арканцы выфармливает. Как там дела в миде у Экскалибра? У Экскалибра уже почти фейзы. К нему летит что? Прилетел тапочек. Тапочек. И 2-0 к себе выформил. Хорошо. Энш Топорейшн пока что на линии, боже, с одной Айронбрунькой стоит. Да. Айронбрунька и больше ничего. Гол как сокол. Я не знаю. Пытается просто получать экспо, это, наверное, и правильно, потому что, ну, это единственное, что он может делать. Хотя бы там... Хоть, ну, я... С другой стороны, это тоже неправильно. Ты воруешь экспо у своего, как бы, кэрри, по сути, потому что Вайпер здесь, я так думаю, будет мейн кэрри.
который, по сути, не фармит и его забирает, пока его вайпер уже 0-4 стата. Правда, вот единственное, что Оливера оставили одного, это может быть опасно. Вот сейчас бы его попробовать забрать, но там Оливер, правда, уже с ПТ-шкой. С ПТ-шкой Терблейд уже опасен. Саппортов первого левела может не ощущать вообще. Подтягивается сюда, на самом деле, с подветренной стороны уже РМН на хосте. Сейчас можно попробовать Сенкинга подцепить, да. Сенкингу в спину заходит ДНЗ, есть Ликинес. И это, возможно, будет Сенкинг. Есть сноубол, покатился туск, Сенкинг погибает, отправился в таверну. Ой-ой-ой, немножко подблочили Оливера, неприятно. Оливер примерзает от Колфида, нужно бежать. Оливеру крайне неприятно, плюс еще этот вортекс кладут на землю. Погибает здесь у нас еще и вайпер в пятый раз. И это уже киллинг спри для ДНЗ. Еще становится 8-0 в копилку команды LifeSkitter. Ну что-то прям совсем все плохо. Я не знаю, давайте, наверное, даже на Netwars переключимся. Ну, хотя, если смотреть так, ну, по Netwars все, ну, не прям уж совсем критично, так скажем. Но 3000 это уже много, в любом случае. Пока я не понимаю, как вайпер будет выбираться из этой ямы. Ну, то есть, вайпер, который 0.5 оставил на линии, ну, это прям полный провал. В это время на топе драка, забирает Дума. Дум погибает, отправляется в таверну. Хорошая перетяжечка от Оливера. Получилось. И пока есть метаморфозис, самое время попушить тавр. В миде пришел сюда Сенкинг на защиту, но Сенкинг понимает. Сенкинг по-прежнему первый левел. Господь! Спаси и сохрани его. Но это просто беда. 7,5 минуты, первый левел Сенкинг. Как так-то? Как жить теперь дальше? Да. Мне срочно нужен чат. Потому что мне нужны эксперты из чата. Так, ладно, Дум в это время в смоках. Хочет реализовать Дум. Ну или выйти на кого-то, не знаю. Но убегает отсюда Оливер. А, в итоге никого не удалось найти. А вот в это время завоевывают территорию сейчас LifeSkitter. Расставляет Vision, причем очень агрессивные варды. Дабы контролировать... Ну, это сейчас закончится. Вот здесь вот хороший вард стоит. Дабы контролировать передвижение по чужому лесу. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Ну и на этом все. В миде. Ой-ой-ой. Агрессия на Экскалибура. Экскалибура проблемы. Накинули Саленс. Экскалибур. Есть подсейф. Рубик здесь. Дримкоил получил. Рубик подстанил своего тиммейта. Есть стан по троим, но этого мало. Зря, мне кажется, Экскалибур развернулся. Хотя, с другой стороны, наверное, в любом случае погиб. Аэромена могут еще забрать. Прожимает он пока что все, что может. Но этого не хватает. Он погибает. Шарды на развороте залетают неточные. Не удалось здесь никого минусануть. И в итоге минус 2 саппорта оформляют ребята из команды Кингдра. Хорошо. В это время на топе за тавр заходит у нас Кит. Была у него выжженная земля здесь активирована. Здесь уже у нас, кстати, и вайпер, который готов забирать Т1. Это вот Т1, скорее всего, удастся забрать. Правда, параллельно также пушит тавр и Оливер. Экскалибур сместился в лес немножко пофармить. Ну, забрали здесь Т1, забрали Т1 на топе. В общем, разменялись ровно у нас обе команды. Здесь пришел Сенкинг. Ну, правда, знаете, Сенкинг с хотел сказать, с траволами, конечно же, с транквилами. Неплохо. Хоть что-то есть уже. Но у него, правда, проблемы. За ним выехал не то слово, которое хотел сказать. За ним отряд гангующий выехал. Собственно, он его и наказал. Набирает превосходство уже ДНЗ. Что делать с этим парнем, непонятно. Ну что, 10-2, 3000 все еще преимущество за ребятами из команды LifeSkitter. Есть метаморфозиса, значит, можно идти пушить Т2. Правда, вот одного Оливера недостаточно. Тут Cancel, если что, в позиции. У них, кстати, есть Well of Discord. Это неплохо. Неплохо было бы, если был бы айсбласт какой-нибудь, но айсбласта нет, эпицентра нет, надежды нет, и в итоге одного пака с его прокастом может не хватить.
Что-то как-то так, печально. Кит в очередной раз в смоках отправляется на топ. Попытка забрать РМНа. РМН в опасности. Прочитает ли этот момент? Не подставляется пока что. Не подходит к крипам. Да, спалился, дум уже. Причем, я не понимаю, на что он рассчитывал. Такой встал вот здесь где-то. И такой думаешь, типа, меня здесь не видно. Как бы, ну, это знаете, как это? Когда толстяк пытается прятаться за маленьким деревом. Когда тебе пузо выдает, то же самое. И дум встал такой. Рубик посмотрел. Лол, ты что тут забыл, дружище? И все. Как бы на этом гэнг закончился. Так, на боте. Ну вот, хотя бы реализация Дума. Айсбласт полетел минус на Аксирена. Неплохо. Нага погибает, отправляется в таверну. Ну, хоть что-то. Вот такие вот точные вылазки можно делать. Почему бы и нет. Ну, а тем временем преимущество продолжает расти. И самое главное, что продолжает фармить Оливера. У Оливера все замечательно. Купил себе уже он Огрекс. Дальше себе будет приобретать два бенда, чтобы приобрести замечательный артефакт под названием Dragonlance. Так, тем временем здесь доминатор на подходе скоро появится для вайпера. Но это уже тоже стандартная практика, стандартная. Ничего новенького здесь мы не увидим. Толкает линию потихонечку ДНЗ. Оливер продолжает фармить. РМН что-то своровал. Полезное? Да, полезное. Иллюзориор. Ну что ж, как-то так. В это время на топе попытка забрать ДНЗ, ну и вот он как раз-таки ворованный. А, нет, прошу прощения. Это просто минус ДНЗ. ДНЗ должен погибать, да, забирает его здесь в итоге. Пак сбили, самое главное, что Стрикс. Туск отправляется в таверну. Ну, за такую наглость нужно наказывать. Опять же, расслабили, мне кажется, немножко свои пятой точки ребята с командой LifeSkitter. Бегают по одному по линии, ничего не боятся. Вот сейчас в миди, например, нужно попробовать забрать Романыча. Романыч в опасности. Я не совсем понимаю, что здесь происходит, ребят. Не сторонник говорить вот эти вот заветные цифры. Знаете, вот это вот все такое. В это время на топе забирает нас... Какой раз уже в шестой раз погибает нас вайпер в этой игре. Вот. Не сторонник всяких цифр, теорий заговоров и так далее. Но очень странная игра. Вот прям вот совсем, знаете, вот с пометкой «очень». Не знаю. Так, в это время в лесу подцепили здесь опять ДНЗ, он примерзнет, ДНЗ погибает. А вот проблема, как бежать теперь. Здесь уже с метаморфозисом потянулся Оливер, правда, метаморфозис заканчивается. Здесь Лина. Стан не стала кидать. Попробует забрать быстренько Дума сейчас. Дум погибает, Лагуна Блейд в лицо никого не отпускает. Погоня продолжается за Джапсом. Джапс уйдет ли? Если что, это называется Ogre Axe, реально. Я тоже долгое время называл по привычке Ogre Club. Это реально Ogre Axe. Если кто не в курсе. Я знаю, что многие привыкли называть Ogre Club. Но, что поделать. Как бы в любом случае от перемены названия ничего особо не изменилось. Все мы прекрасно знаем, о чем идет речь. Ладно, в это время Джабс заходит глубоко в чужой лес, и, по-моему, сейчас его глубоко могут отсюда не выпустить. Да, Джабс погибает и отправляется в таверну. Так, прогулялся такой, посмотрел. А здесь поймали кого? Мистер Сэн Кинг. Мистер Сэн Кинг, нужно бежать, но тут, правда, кит неподалеку, а кида уже дум в наличии, и еще неизвестно, стоит ли там вообще врываться на кого бы то ни было. Решают не рисковать лишний раз у нас ребята из команды LifeSkitter. Просто проще затолкать линию и забрать Т1. Центральную башню
В это время Cancel параллельно сплитпушит боту. Cancel'а скоро появится Блинкдаггер. Cancel так-то, возможно, и затащит свою команду. По-хорошему, на самом деле, хороший Dreamcoil, хороший эпицентр, Doom в нужное время, в нужное место, плюс сверху это все дело, если накрыть еще и S-Blast'ом, могут зарешать исход любой драки. Но в это время ловит нас... Эндшт Оперейшена, и он погибает. Он погибает, потому что его накрыли ворованным айсбластом. В это время еще врываются на Вайпера. Вейпер отправляется в таверну. Еще один фраг достается к Скалибру. Он делает даблкил. Это 15-й фраг по счету уже в копилку команды I Love Skitter. Шикарно играют ребята, и 6000 преимущества за ними. Так, в это время могут еще Cancel сейчас найти, на самом деле. Cancel нужно уходить. Ну, его Блинкдаггер, благо, есть. Уйдет еще на резерверб. Ну вот, Блинкдаггер, кстати, появляется еще один для ребят из команды Кингдра. И по два блинка можно попробовать подраться. Не хватает блинка еще, наверное, киду. Да, чтобы еще и вовремя думить. Врываться с думом. Нижнюю башню сил света. Было бы шикарно. Силы света укрепили свои сооружения. Ну что, падает Т2 на нижней линии. В это время позицию в лесу заняли хорошую. Сейчас ребята из команды Life Skitter, есть вард. И что? Не стали врываться. Своровал Рубик, что-то там. Рубик своровал Viper Strike. А нет, прошу прощения, это нейротоксин. Да, это нейротоксин. Ну ладно. Продолжает фармить Оливер. У Оливера уже имеется Яш на руках. Купил себе Dragon Lens. Будет играть через Manta Style. У него 8, почти 9 тысяч нетворса. Все замечательно. На боте, может быть, сейчас еще один фраг будет. Потому что могут забрать уже 8-й раз Вайпера. Привет, Вайпер! Как дела? Что-то, по-моему, не в тот район ты зашел, братишка. Его сразу наказали. Летит айсбласт, попадает только по Наге Сирене. А нет, попутно еще задели Лину, но это не важно. Это не важно, потому что Life Skitter просто отсюда уйдут и драться дальше не будут. Пока что крайне растерянно себя чувствуют, мне кажется, ребята из команды Кингдра. Ну вот видно по макроигре, они просто не понимают, что им делать. Они бегают от линии к линии, вот прям как я, вот знаете, вот в пабе своей команды. Что-то типа того происходит. Ты просто бегаешь, пытаешься быть полезным и там, а на деле выходит, что просто вы проигрываете игру. Потому что вражеский корп продолжает фармить и набирать обороты. И вообще по командным действиям даже I Love Skitter пока что получше смотрится. Возможно, комбинацию увидим, какие-нибудь там супер-мега-комбо-бомба. Так, есть Dreamcoil. Оливер попробует забрать, отлично. Оливер подкопали, летит Ice Blast от минус. Оливер, вот это хороший фраг. А это, возможно, еще не конец... Нет, все-таки решили отпустить Дензе. Дензе не стали забирать. И вот еще один блинк появляется для Кида. Вот. В три блинка можно играть. Так, где-то там... Где-то там далеко 9-й раз погибает Вайпер в этой игре. Такое ощущение у меня складывается четкое, что Вайпер в этой игре выступает с позиции саппорта, наверное, нежели мейн кэрри, потому что, ну, что-то прям совсем печально. У него получается стата 0.92, 7.4 крипа, ну это прям очень мало. И плюс у него еще нетворс в два раза меньше, чем у вражеского мейн кэрри. Так вот, к разговору про три блинка на команду Кингдра. Это все, конечно, круто, но я бы хотел увидеть хоть одну комбинацию. Врывается Пак, ставит Dreamcoil, сверху врывается Сэн Кинг, трясет землю. И это все дело накрывает Эндшт Оперейшен айсбластом. Но пока это все мои влажные фантазии, мы ничего не видим. А видим мы лишь то, что продолжает набирать обороты у нас Террор Блейд, и что с ним делать, пока не ясно. Ладно, давайте пробежимся по артефактам, что там. Я вот просто вот эти ребятки уже бегают вот здесь, они вот сюда пробежали. Обратно пробежали. Ну, вы что-нибудь делать будете, ребят? Зачем вы купили блинки, как бы, и просто бегаете от
Тавр к Тавру. Ну, как бы, может быть, разобьете смог. Соберетесь там толпой, попытайтесь подраться. Так, миди. Миди ловит ДНЗ, но Айсбласт улетел вообще куда-то мимо. На развороте, Рубик здесь. Рубик плюется пока нейротоксином. И ставится пауза. Ну, потому что проблем какие-то с соединением у Оливера. Надеюсь, что ненадолго. Пакет лосс пишет. Хорошо, подождем. Вот, а пока у нас пакет лосс, давайте быстренько пробежимся по артефактам. Манта стайл мы уже видели в наличии, есть у Оливера. У Рубика тут пока что все по саппорту, ничего новенького нет. Далее себе уже выформил пайпу плюс блинкдаггер на Агасирена. Задумайтесь, на Агасирена с пайпой и блинкдаггером, вот. У Лины скоро появится линка после Юла и фейзов. Ну, а у ДНЗ тут тоже уже налично есть блинк. Но здесь мы уже отмечали, блинки появились у нас у Кида. Дальше будет БКБ себе дофармливать. Блинк появился, конечно же, у Сэнкинга. Он же Бирюбин. Вроде бы правильно прочитал. Надеюсь, что правильно прочитал. Вот. Дальше хочет себе Юлу кэнсела. Мы тоже видели блинкдаггер плюс Вейлов и Дискорд. Дальше будет себе приобретать также... линку. А, Вайпер. Ну, это Вайпер. Это Вайпер, это мой тиммейт. На самом деле, у меня вот часто такие попадаются. Ну, я, конечно, не пытаюсь кого-то загнобить в этой игре, но тут крайне странный выбор Вайпера вообще был. На что рассчитывали, как бы, Кингдра, непонятно. Ну, то есть, у него тут совсем все печально. 0-9-2. Да, вот сейчас он только себе ПТ-шку дофармит, Аквилу и... ПТ-шку дофармит, уже есть Аквилу, конечно же, Доминатор. Возвращается Оливер обратно в игру. Надеюсь, пауза сейчас уже отожмется. Да, пишет гоу-гоу. И... гоу. Все, отлично. Игра продолжается. Так, в это время. Кого нашли? Вот, неплохо. Нага Сирена в таверну. Три блинка. О чем я и говорил. Три блинка — это сила. Один блинк — могила. Шучу. Не, ну на самом деле такие вылазки давно можно было бы делать. Я не знаю почему. Так ощущение, что Кингдра просто боятся своего оппонента. Один раз смачок разбил. У меня даже от этого фрага, вы не поверите, у меня мышка отказала. Сейчас, секунду, ребят. Мне реально отказала мышка. Алло! Мышка! Все. Отлагала, сори. От шока удивилась даже, что Кингдра, оказывается, атаковать умеет в этой игре. Так, подкопал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой пайтсейв хороший просто в сноубол. И, по-моему, проблем теперь у Сэнкинга. Да, подтягивает сюда Экскалибур. И Лагуна. Нет, без Лагуна даже справились. Хорошо. Сэнкинг погибает. Отправляется в таверну. Вот так делать не надо. Так не надо. Под тавр лезть не стоит. Вот под тавр не стоит, а вот в чистом поле почему бы не подраться. Так, как там дела у Наги? У Наги пока что без изменений. В это время вылазка от ребят из команды LF Skitter. В попытках найти кого-то здесь туз. Но он, кстати, немножко не угадал с направлением. Но пак поймать, опять же, будет трудно. Крайне трудно. В это время здесь уже Оливер. У Оливера 2000 на руках. Далее будет выходить в Black King Bar. Tower T2 очень битый. Наверное, стоит его проще отдать, чем за него драться. Башню сил света атакуют. Ладно, в это время на топе есть врыв, попытаются забрать Кида. Вайпер просто кинул свою команду, говорит: ребята, деритесь как хотите, я улетаю. Ну, окей, без жертв обошлось. На самом деле, нет, вру. Есть сон маги сирены, да. Ублинковывается дом, но здесь его уже встречает РМН. И думаю, здесь не отпустят. Кид должен погибать. Рагна Блейд, как было в сериале, в доте этот скилл называется Лагуна Блейд в лицо, и в таверну отправляется мистер Думбрингер. Если вы не поняли сарказма, я хвастаюсь тем, что знаю, что Лина — это аниме-персонаж. Во. Ну, мало ли кто-то еще не в курсе.
Так, на боте. На боте Cancel неподалеку находится... Находился. Находился. Вайпер, но он опять же ушел отсюда. Не стали идти даже на Т1, но в это время у нас парни из команды ILF... Хотел сказать, ILF Kingdra. Нет, ILF Skitter, конечно же, пушит линию. Т2 буду пытаться забирать. Верхнюю башню сил света атакуют. Но пока не пытаются забирать. Так, смоки. Смоки, настало это время. И ДНЗ получает порцию подливы в лицо. Сразу два ультимейта. Эпицентр и Айсбласт. Вот это внимание. Он даже сам офигел, наверное, такого. Но неплохо. В любом случае, это опять же денежки. Это денежки дополнительные для ребят команды Kingdra. Сейчас еще и Таавр можно забрать. Но правда, сути дела, это особо не меняет. Все еще 10 тысяч преимущества за ребятами из Going In. И сейчас, возможно, драка будет под Т2. Прилетел Рэман. Есть телекинез. Ну, Кэнсела, наверное, не заберут просто так. Ну, и на этом все. Продолжает худо-бедно фармить Вайпер. Вот у него появился форстав вроде бы, да. Но, кстати, ПТ-шку так и себе не дофармил. А, понятно. Но решил, что, наверное, не нужен этот артефакт пока что. Правда, в свою очередь у нас ILF Skitter уже отправляется по центральной линии толкать. Плюс готовы они драться. Там БКБшка уже почти-почти готовая для Оливера. Остался Огр Клаб, он же Огр Экс. Последний артефакт. Так, в это время убринковывается Сэн Кинг. Возможно, не отпустит. Да, не отпускает. Не отпускает Сет Кинга, и это минус царь песков. И еще один Лагуна Блейд в лицо. Самое забавное, что Дум-то отсюда не ушел, но его вряд ли здесь найдут. Если, конечно, он не подставится. Миди. Попытка забрать Эромена. Эромен, Мансит, летит Айсбласт, Эромен, наверное, погибнет. Да. Ну, конечно же, не отпустит Рубика здесь, Рубик погибает. Спрашивают, как называется аниме, где Лина Инверс. Лина Инверс, да будет вам известно, персонаж первой доты. Замечательного анимационного произведения под названием Рубаки. Он же Dragon Slayer. Dragon Slayer в оригинале назывался. В русском переводе называется Рубаки. И обладала она, кстати, этим спел. У нее был ультимативный спел в этом сериале, который убивал драконов. Убийца драконов она, поэтому и называлась. Вот. Это все, что я знаю, собственно. Чем могу похвастаться, так что. Настал мой час. Ладно, в это время на боте врывается на ДНЗ. Есть Infernal Blade. Здесь не отпустит, конечно, ДНЗ, наказывает за наглость. Фраг, причем самое забавное, что фраг забирает Джабс, и у него уже превосходство. Он уже 5-2 идет. Сдается мне, что мейн кэрри, возможно, в команде будет даже и не Вайпер. Даже не Вайпер, возможно, будет какой-нибудь Дум и плюс какой-нибудь Джабс. На пару с Паком. В это время в смоках. Парни из команды ILF Skitter готовы кого-нибудь ловить. Здесь у нас Романыч, здесь у нас Оливер занимает позицию. Стоит обсервер. Видит краешком у нас сейчас, где стоит Вайпер. Ну, тут зашли скелетончики. По-моему, всю дискотеку... точнее, всю движуху Пепси спалили. О, ну ладно, пока ничего особого не происходит. Давайте посмотрим, что там по артефактам. БКБшка уже появилась у Оливера. Дальше также будет появляться Линка. О, хорошая руна досталась сейчас Киду. Ее можно грамотно реализовать. Можно было бы. Ну, кстати, возможно, сейчас удастся, потому что Романыч идет. Романыч идет навстречу, и вот его сейчас видит Кит. Но не стал врываться, возможно, ищет цель повкуснее. Посытнее, но, к сожалению, бро, в лесу никого нет. Хотя, подождите, я тороплю события. Здесь бегает Буги. Но Буги не догнать. Буги слишком быстро, он отсюда уходит.
то время на боте погоня за Кэнселом. Кэнсел поставил Дримкоил. Кэнсел могут попробовать забрать. Перед Весел накинули. Ворлс Панч. Кэнсел. Да. Вернулся он, конечно, от Лагуны. Но тут просто с руки забили победного пака. А вот и друг мой, конечно же. Вайпер тоже здесь. Вайпер также отправится, скорее всего, в таверну. Там параллельно где-то забирает еще Ancient Operation. Вайпер погибает. Таверну 3 в 2 размен. Потому что в это время погибла в меди Нага Сирена. И погибает здесь еще и Романыч. Потому что драка сделалась на несколько частей. Но Кида за это наказан. Ну что ж, 24-13 счет в пользу команды I Love Skitter. Я не знаю, может быть, стоит Рошана сходить забрать, пока есть возможность. Как бы, в принципе, с другой стороны, все еще тут 2 ТВР стоят, которые тоже можно было бы неплохо забирать. Нет, все-таки решает Рошана. Ну, естественно, Лина с первой доты, у нее второе имя было, Лина Имберс, Dragon Slayer. Все правильно. А, так, нашли здесь Сэнд Кинга. Сэнд Кинг получает One Punch в лицо. Я предлагаю, кстати, на самом деле, было бы неплохо еще Туску сделать сет Сайтамы. Было бы вообще изи. Ну, типа, круто смотрелось бы. Но... пока мы, это все, конечно, лирика, там как бы Рошан упал, Аегист при наличии у Оливера, и ребята из команды ILF Skitter отправляются пушить линию по миду. Т2 падает, защищаться непонятно как, я не совсем представляю, что нужно сделать, нужно сейчас пятерым ребятам из ILF Skitter подставиться под все ультимейты Киндра, как-то умудриться там еще дабл дэмэдж, боже, как приятно. Как же это неприятно, когда у Террорблейда имеется дабл дэмэдж. Но, правда, он уже заканчивается. Глиф фортификации потрачен был. Оливер. Боже, как же он медленно здесь бегает. Как же его хейтит этот Вортекс. Так, Кит врывается, опасно. Оливер может попробовать забрать. Сон от ноги Сирены на развороте. Нет, не стали драться, решили просто отступить. Видимо, не хотят рисковать. Подставляется здесь ДНЗ, пытается сделать тэп-аут. Урона здесь, скорее всего, не хватит. Да, изблаз залетел поздно. И он выживает. Димкоил подвоем неплохо влетает сюда пак. Но он здесь пока что один. Есть эпицентр, врывается неплохо сюда Сэнд Кинг. Начинает трясти землю. Драка на развороте продолжается. И пак погибает. Погибает также еще и РМН. Кинг, господи, Кинг, Кит погибает. Также отправляет его в таверну. 2-1 драка, но это еще не конец. Попытается забрать сейчас Вайпера. Вайпер успевает улететь на базу. Выживает, но вот, к сожалению, не выживает здесь Джабс. Джабса тоже добирают. На водичке. И это получается 3-1. Так. Что? А, Сэнд Кинг еще мансил, прошу прощения. Сэнд Кинга тоже забирают. 4-1 размен. Отличная драка от ребят из команды Кингдра. В скобочках, конечно же, нет, потому что это они навязывали в драку. Два байбека. Падает Т3. В наличии все еще Аегис. Опять врывается Сэнд Кинг. По-моему, дружище, тебе было мало одного раза. Пытается Аегис выбить, я так понимаю. А если сейчас какой-нибудь Сандер? А если Сандер? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой, Кит. Кстати, Кида можно было бы наказать. Там, по-моему, блинк есть, нет? А, нет, нет блинка. Сейчас Сандер можно было бы блинкануться и заюзать. И прям изи сделать фраг. Я помню, было в каком-то выпуске Dota VTF, там чисто Roffle Public был, где Terrorblade собрал себе, по-моему, тапок плюс 5-й догон. Просто подбегал к древним крипам. А, тапок, господи, Shadowblade и догон. Подбегал к крипам, они его дамажили, он ходил в Shadowblade, но искал кого-то на карте из инвиза, просто свапался хпшкой и догоном добивал. На боте. На боте пока ж ничего не происходит, все спокойно. Держу в курсе, ребят. Параллельно на топе сплитпушат линию сейчас на Скингдра, но как-то вяленько немножко сплитпушат. Там скоро Аганим появится для Наги Сирены.
Дум в смоках. У него имеется блинк. Возможно, сейчас попробуют подцепить Оливера. Хотя нет, Дума самого цепляет, у Дума проблемы. Здесь уже Элина. Дум в таверну, нужно его забрать. Да, Дум погибает. Отлично, сейчас еще заберут здесь друга нашего Чарли. Чарли также погибает уже в 11-й раз. Боже, какая боль. Наверное, в глазах Чарли. К сожалению, не могу заглянуть. Был бы талан, возможно, можно было бы посмотреть. Но в любом случае, да, неприятно. Очередные минус 2 фрага делают ребята из команды LifeSkitter. Продолжают толкать линии, продолжают фармить. Продолжают укреплять свое преимущество в плане золота. Ну что, на защите только один Джабс. В наглую заходит просто Терблейд, активирует метаморфозис, начинает падать товара, упало Т3. Первый барак минус, второй барак тоже, скорее всего, упадет. Непонятно, как защищаться. Кит опять подставляется. Кит получает порцию подлива. Опять в лицо погибает. Есть эпицентр. Неплохо. Из бласта даже полетел. Можно попробовать на развороте кого-нибудь забрать. Но нет. Не хватает урона. Погибает еще и Сэн Кинг. Байбека не имеет. ГГ пишут ребята из команды LifeSkitter. И пишите плюс в чат, если забайтились на звуки из ВКонтакте. Сори. Это моя вина. Я не хотел. Ну что ж, 1-0, и это победа команды iLifeSkitter Evil. Они же Going In. С чем мы их, собственно, и поздравляем. Но я напоминаю, что данная встреча проходит в формате Best of 3, так что не будем забегать вперед. Возможно, сейчас на второй карте Kingdra засияют во всем своем величии. А может быть и нет. Уйдем на небольшую рекламно-музыкальную паузу. Никуда не переключайтесь, вернемся к вам сразу по готовности.